Thank you.
социальной действительности, обществу, уважению, эмоции, сердца, души этого общества. Представляешь? Ты великий художник. Ты рисуешь много картин. С каждой новой картиной тебе будет получаться все лучше и лучше. Ты великий художник. Я уже вижу, как с каждой новой твоей картиной у тебя получается все лучше и лучше. Рисовал картину из воображения, очередная картина, то есть не картина, а рисунок такой маленький, совершенно из воображения, то есть даже не из воображения, а, нет, даже как это сказать, ниоткуда не копировал. Сколько и будет выглядеть как полноценная картина, то есть как будут люди даже подумают, что это нарисовано маслом или краской обычной, а не мелками, то есть она выглядит как полноценная живопись, и у тебя может получаться, у тебя будет получаться намного лучше работы, намного лучше, и ты сможешь там даже реализовать себя как художник, как выразить свои чувства.
тебя есть какая-то проблема случилась, то ты можешь вместо того, чтобы пойти там на ком-то выплеснуть там, ну, свое раздражение там, или что-то, то ты можешь нарисовать это, нарисовать картину. Это намного созидательнее, чем что-либо другое. И ты не можешь там выразить себя, да, или как-то потребность самовыражения у тебя есть, то ты можешь это делать в рисовании. И это намного достойнее, чем какой-то другой способ самовыражения, там, теплоты, кичиться с своими шмотками. Также можно, не знаю, просто я бы на месте, да нет, хотя я все неправильно, я просто думал, что творчество, оно действительно могло бы решить много проблем. Если разрисовать город красивыми атмосферными пейзажами, чтобы дома были все красиво разрисованы, и по ребрике группой художников, то это бы повлияло очень положительно на жизнь вот людей в городе. То есть они бы чувствовали себя намного лучше. Вплоть до того, чтобы было меньше преступлений, меньше ДТП, меньше там болезней людей. Без, как сказать,
такие работы я просто рисую. Своя какая-то уникальная современная культура появилась бы в этом обществе. То есть не коммерческое вот это бездарное искусство наподобие вот этих вот фильмов, которые в кино показывают там ради денег, то есть абсолютно, которые в историю никоим образом не войдут, если только не только сделаны для того, чтобы там, деньги получить, там, все с невостребовательного, нетребовательного зрителя. Что много людей в этом обществе стали бы рисовать картины не для коммерции, а для как бы из сердца, да, и не копировали бы никого, не подражали бы никому, то есть не копировали бы никаких там других художников, а именно пытались бы выразить вот это сердце. Yeah.